Здравствуйте, уважаемые подписчики! Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Прорвав Лужский рубеж в конце августа 1941 года, немцы устремились к Ленинграду, нанося главный удар в обход Ладожского озера с целью соединения с финскими войсками за ним. 8 сентября 1941 года город был уже блокирован по суше, а фашисты продолжали свое движение на восток. В начале ноября бои шли уже за город Тихвин, и 8 числа части 4-й 52-й армии оставляют его. А вместе с ними единственную железнодорожную магистраль, по которой грузы для Ленинграда шли к Ладоге, а затем по воде в сам город. Ситуация с продовольствием резко ухудшалась, и теперь город мог не дожить до весны. Поэтому 10 ноября 1941 года начинается первая советская стратегическая наступательная операция. В частности, сам Тихвин атаковала 46-я танковая бригада при поддержке 44-й и 191-й стрелковых дивизий. Красноармейцам удалось прорвать оборону противника и отбросить его на окраины города, но враг быстро опомнился и перебросил на опасный участок фронта подкрепление. В небе все чаще стали появляться самолеты фашистов. Как итог, наступление было остановлено, начались упорные затяжные бои. Ну и это было уже неплохо, так как противник не помышлял о соединении с финнами, а сам город уже был охвачен с севера и юга нашими войсками. 5 декабря 1941 года по немецким и испанским войскам в Тихвине, всего 5 дивизий, был нанесен одновременный удар с юга, севера и востока. Итогом наступления с севера и юга стало перерезание дорог, используемых врагом для снабжения. Части восточной группировки вышли непосредственно к самим городским постройкам, где оборонялись испанцы из голубой дивизии. 8 декабря 1941 года немцы, не испытывая иллюзий и получив разрешение от недовольного Гитлера, оставляют город, а на следующий день Тихвин был полностью зачищен от противника, а вскоре и вся железнодорожная магистраль. После этой победы Красной Армии ситуация с продовольствием в Ленинграде стала выравниваться. Потери врага были существенными, так в 18-й моторизованной дивизии из 10 тысяч человек, имевшихся на начало операции, в строю осталось всего 740. Всего же было разгромлено 8 дивизий врага, 2 из которых танковые и столько же моторизованных. В целом потери в Тихвинской наступательной операции, в которой бои за сам город были лишь эпизодом, составили у Красной Армии свыше 40 тысяч, собственно говоря, как и у фашистов. А раздосадованный поражением Гитлер отстранил от командования группы армий «Север» фон Лейба, заменив его впоследствии на фон Кюхлера. А на этом у нас все. Подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и до скорых встреч. До свидания.